туалет «Пиковая дама», он уникальный в своем роде, потому что он поставлен великим Роланом Петти в Большом театре. И как бы это не только эксклюзив Большого театра, а прежде всего на артистов, на Илзе Льепа, Светланы Лункина и меня. И на самом деле он сам очень не хотел, чтобы вообще были какие-то другие составы. Но, естественно, понимая, как человек мудрый, что не может жизнь протекать с одним составом, ну, вот мне пришлось вводить сегодня двух новых исполнительниц. И Марию Александрову и Викторию Осипову. Это мой выбор на эти роли. Я с ними готовил не только как партнер, но и как педагог-репетитор. С одной стороны, это очень сложно, с другой стороны, это легче всего, потому что кроме меня, в принципе, на самом деле, настоящий текст никто не знает. Мне совсем практически никто не помогал. На последние две репетиции пришел Николай Борисович. Посмотрел, что делают девочки, так немножко подкорректировал их работу, потому что многие вещи я не в состоянии увидеть, потому что я сам танцую. Я пытался передать всю идею автору, все нюансы. Конечно, это выглядит не так, как у Илзы Льепа и Светланы Лункиной, потому что балет этот конкретно ставился на индивидуальности с использованием всех наших вот возможностей. Но мы старались сохранить рисунок, полностью оставить смысл, который вкладывал автор. Просто сложная партия. Это вообще абсолютно другая. Я бы сказала, что это отдельная амплуа у нас в театре. Я не могу назвать ни одну роль равнозначную ей, потому что вроде исполнять это должна очень молодая актриса, но одновременно с этим имеющую судьбу уже за плечами и имеющую я на сцене, которая без пуантов, без 32 фуэте, без всяких прыжков заставит приковывать к себе взгляд. Я посмотрела в зеркало, что ты намного старше, чем как бы даже внутри. Я же не говорю внешне, но даже хотя бы внутри заставить себя быть тяжелее. Сложно копировать Илзу невозможно, и мне так кажется, даже не получится у меня. Женственная. У нее все-таки шлейф достаточно успешной карьеры балеринской. У Илзы при ее силе, при ее подтянутости, мощи, у нее все-таки был излом вот этого пробивания на этот балетный олимп. У нее был очень тяжелый путь наверх. У нее графиня надломлена сильная. Маша совсем другую силу имеет. Она та сила, которая сокрушающая, которая не останавливается. Мы взяли за основу то, что не сделала Илза, то, что хотел Ролан, чтобы в первом явлении она была в парике, а потом вот в комнате снимали парик.
и падали как бы вот эти пряди седые, и была абсолютно другая женщина. Самое сложное было почувствовать хоть как-то в себе вот этот образ. Прочитала Пушкина в очередной раз, была поражена, какой остается послевкусие после этого. И вот, мне кажется, я больше увлеклась вот этим послевкусием, непонятным ощущением, а мистическое, наверное, больше. Дошла до того состояния души, когда можно экспериментировать. Если она рискнула на такую вещь, это показывает уже степень ее интеллекта театрального. Вика, дело в том, что для нее, наверное, это одна из первых таких балеринских партий. Несмотря на то, что это очень маленькая роль, но Лункина из нее делала просто огромную роль. У Вики нет такого опыта, как у Светы, в этой яркой красоте ее. И мне кажется, еще большая трагедия, когда она понимает, что она была не нужна. Партию своей первой настоящей драматической, полноценной, хоть, может быть, не очень большой, но ролью, которой я могу выразить свои чувства, эмоции и прожить маленькую жизнь на сцене. Хореография Ролан Пети, мне кажется, это нечто особенное. Это не похоже ни на что, но очень интересное. Каждый новый партнер по сцене, он дает новые краски, дает новые ощущения. У меня совсем был сегодня другой спектакль. У меня другие совсем ощущения, незнакомые мне в «Пиковой даме».